Ой, скажите, люди добрые, да? Вот хозяйка меня все спрашивает, люблю ли я песни. Песни. Так ведь как же можно жить без песни, это правда? Мы же ведь песни-то своей живем, душу свою лечим, израненную иногда. Вот как затянем песенку-то, внутри-то тушится маленький огонечек. Горит так хорошо, приятно, тепло. Эх, лечимся. Вот у меня история была. Вышел как-то один раз я под вечер уже. На крыльцо смотрю, мимо-то реченька бежит. А я-то как на нее уселся. Глазки закрыл, понесла на меня. Далеко-далеко. Несет хорошо. Так. Уже и девушки разошлись все по домам. А мне все несет, несет. Очнулся уже высоко. И не знаю даже, как до дома добраться. Вроде там трамваев-то не ходит. Что делать? Вот, радуга тут. Радуга тут передо мной раз. Я на нее поскочил, ножками ухватился и вниз поехал. Пою весело так, прямо опачки. Думы-то и вкопился прямо к себе. Думаю, вот так вот бывает. Так что, пойду я. А к каждому из вас река-то своя из песенки, конечно, прибежит. Только вот и радугу каждый поймает. Верьте, у каждого есть своя радуга. Только обязательно верьте. Пойду. На сцене Пинский народный хор. Руководитель Мария Панфилова.